это уже как бы вне контекста художественного, это первое. Второе, эпатаж, на мой взгляд, не может быть серьезным аргументом в плане работы. Почему? Потому что нельзя эпатировать постоянно. А если эпатаж идет повторение, то же самое, то уже становится неинтересно, уже становится привычно. Плюс к тому, если постоянно забивать рецепторы резкими вещами, они грубеют. И, на мой взгляд, тогда мы мягко переходим к рекламе и дизайну, обходя территорию искусства. Замечательно. А вот это...